Вы смотрите обзор товара клей Момент Пробка Хенкел 1 литр. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Характеристики изделия, применение. Предназначен для укладки всех видов клеящихся настенных, напольных пробковых покрытий, пробкового погонажа, рулонной и листовой пробковой подложки и так далее, также для комбинационного склеивания пробки с деревом, металлом, жестким ПВХ, кожей, резиной, войлоком и другими материалами. Непригоден для склеивания стиропора, полиэтилена, полипропилена, пластифицированного ПВХ. Состав. На основе полихлорпрена. Не содержит толуол. Основные свойства. Высокая прочность склеивания. Высокая теплостойкость. Экономичность. Водостойкость. Морозостойкость. Высокая устойчивость к воздействию разбавленных кислот и щелочей. Упаковка. 1 литр, 5 литров. Срок годности. 24 месяца. Хранение. Хранить при температуре от минус 20 градусов Цельсия до плюс 30 градусов Цельсия. В случае замораживания клей восстанавливает свою первоначальную консистенцию и свойства при комнатной температуре. Страна-производитель. Россия. Указания по применению. Клей необходимо равномерно наносить на обе склеиваемые поверхности, особенно тщательно по краям, зубчатым шпателем, валиком или кистью с короткой щетиной. Перед тем, как соединить склеиваемые части, необходимо выдержать при комнатной температуре примерно 10-20 минут. Аккуратно и точно соедините склеиваемые поверхности, так как после того, как поверхности будут соединены, коррекция невозможна. Прочность склеивания зависит не от длительности, а от силы приложенного давления. Давление в течение нескольких секунд достаточно. Для крупных поверхностей можно использовать пресс или прокатывание специальным катком. Мера предосторожности. Горюч. Работы проводить вдали от открытых источников огня в хорошо проветриваемом помещении. При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой. Беречь от детей. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.